И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Ви, и мы с вами продолжаем играть в Borderlands 2. Итак, как я и обещал, сегодня мы с вами пойдем по дополнительным заданиям. И перво-наперво давайте сдадим супер превращение, с которым звездец, сколько геморроя у меня было. За зеленую ППшку. Блять. Pus-filled scab with wings. Ладно. Хорошо. А теперь давайте зайдем вот сюда. Welcome to the black market. У нас есть. Don't tell your friends. У нас есть с вами 13 иридия. В принципе, я думал подкопить еще на рюкзак, но пока что не так уже до хрена падает. И не так уж сложно это все продать. Потому что сейчас у нас на каждом шагу магазины есть. Так, банк я немного подчистил. У меня там освободилось одно местечко. Инвентарь я тоже подчистил. А, давайте увеличим количество гранат. Пожалуй. Снайперскую винтовку. И, пожалуй, автоматные патроны, так как мы быстро их расходуем. Take it and go. Where are you, Scrabber? Scrabber! И теперь давайте посмотрим на инвентарь для начала. Вот так вот я все сделал. Это мы сейчас продадим. Заменил нашу ППшку вот этой. Хоть у нее на один урон меньше, но все остальные параметры у нее выше. Кроме вероятности возгорания, там на 1%. Но все остальное у нее гораздо выше. Особенно меткость. Это мы продадим. Взял вот такой вот пистолет себе, который мы нашли в предыдущей серии. А тот легендарный я оставил в банке. И снайперскую винтовку оставил только одну, а электрическая она также лежит в банке. Так что у нас там есть еще квест дополнительный у Лилит. Давайте возьмем его. Я решил не бегать по всяким там локациям без записи, так как когда мы берем квест, нам рассказывают какую-то историю. Ну, не историю, а предысторию, так сказать. Так что давайте, Лилит. Hey, I got a job for you. И еще 4 Лилии. Охренительно. Чего? Ну ладно. A gang of lowlifes is out prospecting for iridium in the Tundra Express. I want you to find out why they're mining the stuff, and I want them dead. Order doesn't matter. Без проблем. Особенно если иридия будет до хера. И давайте вот это вот сделаем дело. Возьмем пиццу Мокси по квесту Танис. Что-то мне кажется, что нас все равно отправят в Тундра Экспресс. Вот, блин. Я догадываюсь об этом. Ядерная тревога. С зефиринками, анчоусами и двусмысленностями? Что, простите? Ладно. Good. The escapees, for whatever reason, find pizza irresistible. You will lure them out with this pizza, then murder them. Секунду. Четырех опасных мутантов. Крепость кровомесов. А как мы с вами помним, крепость кровомесов с канализацией связана. По-моему, это отсылка к черепашкам-ниндзя. Но давайте для начала мы с вами немного поиграем на этих двух автоматиках. Белое дерьмо. Ничего. Жалко. Там по 2 иридия выпало. Ладно, давайте еще 3 раза. Включая этот. Нихера. Два бубла.
Три семерки. Зеленый облик для сирены. Хорошо, ладно. И последний. Воу! На продажу. Да. Четверо мутантов. Крепость кровомесов с канализацией. По-моему, черепашки нельзя. Так, нахер. Раз, два, три, четыре. Сейчас мы это еще активируем. И у нас целых сколько? 18 мест еще свободно. Так что перемещаемся. Ну, просто пробежим. Прыгай давай. Молодец. Все, бежим. Нам сюда. Сохранка. Две стиралки с патронами, которые мне уже не нужны. Стоять. Квест. Может, получится параллельно выполнить. Это из-за взрыв-бота. Понимаю. Да, выпал эхо. А, нет. Ясненько, понятненько, но это мы позже. Сначала крепость. Сначала крепость. А чё тут так до хера-то? Слышь? Блин, да по-моему легче. Нихе. Классно. Нихе. Рашечка. Да идите пи... Ты чё, охерел? Нихера себе он меня раздамажил. Хангри? Ну иди сюда. Я вас накормлю. Кровью. И свинцом. Есть чё тут потом делать? Синий карабинчик. С уроном и меткостью выше. Ну-ка стоять. Отдай мне свои хп. Еще иридий? Ребят, вы меня балуете. Так, ну это реально продажу. А вот это... меткость выше, урон на 67 выше. Но скорострельность, перезарядка, дерьмо. Нет, не-не-не, не дерьмо, просто меньше. Ну... пожалуй, я оставлю ее у себя в инвентаре. Отмечу ее звездочкой. И буду применять там, где не смогу применить огненную.
Ну, по крайней мере, я так планирую. А как оно выйдет, хрен его знает. Так, здесь у нас ничего. Здесь у нас ничего. Идем дальше, значит. You must communicate with the beasts through the intercom. Should your promises of food satisfy them, they will let you in. Лови с гранату. Что там Танис говорила? Я не успел увидеть. Был занят боем. Так, это хпшка была. Охранка. Is that marshmallows and staggering I smell? Yummy! Come on in, dude! Ну, видно, что, что это ловушка. Алла, я в бар. Мне бы хотелось лакомый кусочек. Особенно от Мокси. Привет! Ты, сука, телепортироваться умеешь, что ли? Что? Стоять на. Так, Леонардо ушел. Донателло сдох. Ральф Рингер тоже решил уйти. А вот Микеланджело не уйдет. Сука! Накаркал! Надо было перезарядиться. Привет! А, вы не хилитесь! Уже хорошо. Стоять нафиг! Все, сдохли все. Изи. I have a large pile of blood money with your name on it. You might assume this to be a metaphor. You would be incorrect. Реально, изи. Сложнее дойти до них. Ну, по крайней мере, изи за сирену с таким арсеналом. Так, я видел там символ убежища. Ой, не убежище, а хранилище. Что можно пожрать? А. Это типа не хранилище, да? Мне кажется, что я здесь уже был. Здесь просто все перераспавнилось. А нет, меня тут не было. Далецкий сундучок. Было бы смешно, если бы тут еще и Риги лежал. Так, здесь есть туалет у нас. С каким-то дерьмом. Ладно. Сначала сундучок. Щиты. Вот же щит. Херня. Херня. Туда же. И это.
Так, значит, раз. Два. Три. И что нам... Вот и мастер Сплинта, которого здесь назвали Сплинтом. Чё, он моего левела? Так, мы получили с него бабло. Ну ок. Четыре черепашки, Сплинтер ушёл. Зашибись. Мне кажется, или двери здесь не было сейчас? Ладно, задание у нас выполнено. Давайте-ка в бастиончик. И да, снова просадки в снова лагодро. По крайней мере, у меня. No getting away from us! О, туалет открывается. Ракетница. Мне уже нравится. Открой дверь. Дверь открой, мудила. Ну, Алена. Это Яна. Или как-то по-другому можешь попасть? По-другому нельзя попасть. Сука, дверь открой. Или мне надо их всех перегасить здесь? Ну, дверь кто-нибудь мне откроет или нет? I got something for you. Keep up, kill. You'll pay for that. Cover that one. Ты кто орёт-то? Look out, Burks! Посмотрим. Серьезно? Ты все перезапавнила? Я вас тут порву все тогда. Ой, Риди. Ха-ха-ха!
Просто все открыт. Ладно. Их тут всех убьют за этот мут. Так. Скилл. Емкость магазина, скорость перезарядки сделаем. Ладно, быстро получилось. Хорошо, смотрим. Что у нас в красном ящике? Окей, уважаемые знатоки. Черт, у меня еще и фул инвентарь. Давайте крит. И емкость. Собака. Нахер идите. Ребятуши, идите на. Особенно вы со мной идите. Так, а мы сейчас сделаем таким макаром. Сейчас мы выходим из локации. Продаем оружие. И заходим обратно за вторым дальним ящиком. Так, это я вроде читал, да? Да. Прошу прощения. Горло. Так. Закупаемся. И перепродаемся. Это нахер. Полторашка. Нахер. 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 Белое все в жопу. Это тоже. Разделяющийся баню. Нафиг, 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 нафиг. Все. Да, возвращаемся обратно. И бежим за вторым дальним ящиком. Я сейчас один видел, как безумный мародер вылез из-под земли. You put the pants in panty. Иди нахер. Висячая мразь. Какая? На четвертом. А где лесенка? Вот она лесенка. Камер 24. Запомнили. Там может здесь еще один такой же ящик. Ну, подобный, по крайней мере, ладно. Так, 04. Активировали. Я не знаю, где еще один знак этого хранилища, так что просто активируем.
Так, что у нас тут? Ракетомет. Так, ракетомет, значит, ракетомет. Меткость выше, скорострельность такая же. Перезарядка дольше, емкость ниже. Урон выше. Ну... Да. А теперь... Смотрим, что у нас тут. Снова мелочь. Ладно. Херня. Херня. Тоже. Тоже. Электрический пистолет. Все, херня. Уходим. Мои не настолько толстые, чтобы застрять в этой... Чего вы отступаетесь? Серьезно? Черт, сними. Уходим отсюда. Сейчас перепродаемся и спокойно идем, куда нам там надо. Да, спасибо, Маркус, я знаю. Так, а он у нас... Вот он у нас. Строитель 1340. Охуел! Отлично! Нихер! Это, блядь, что такое? Это что, блядь? Ладно, я свалю, пожалуй, пока отсюда. Ну что, это какой-то реальный пиздец. Он сказал, уничтожь ее и помоги найти мне новое тело. Ты чё, блядь, творишь, мудила? Знаю, он попытается меня снова убить. На сей раз я не забуду о том, что это, блин, все-таки боевая машина. Так, стоп, да. Точнее, не боевая машина, а боевой ИИ. Боевой, мать его, искусственный интеллект. Че, не берется, что ли? Ладно, для начала зачистим локацию. А может и нет. Ну-ка, где там этот грузовик?
А, это боевой грузчик, мать твою, не грузовик. Иди нахуй от меня. Пусть они там разбираются пока. Падла. Лужа. Молодец. Да их почаще так называть. Так, а теперь... Да. Отлично. Я практически ничего не сделал. Нихера тут гильз, конечно. Я туда как раз и направлялся. Да. Ну только немного через другой пункт, но туда направлялся. Сейчас мы доберемся до него. Может даже через туалет доберемся. Ну, я в том плане, что открыть его надо. Мало ли, может, там что-то интересное валяется. Ага. Модификатор гранат, например. Не хош? Закрыто, закрыто. Дерьмо, дерьмо. Бежим, бежим. Идите нахер. Да, здесь. Кстати, ну-ка. Есть что? Что-то есть. Вперед. Так, модификаторы. Туалет лежит, чисто есть. Да идите вы на... Еще модификатор. Пофигу, ладно, сваливаем. В убежище. А теперь за радио.
Тут у нас либо дробовик с вами будет, либо щит синий. Синий щит или синий дробовик. Давайте дробовик все-таки попробуем. Посмотрим, что у нас будет. Потому что щит мне и такой нравится, но... Я не знаю, какую херню... Блин. Здесь игра рандомная, я в душе не имею, что мы получим. Давайте щит. Хер с ним. Если что, засунем в банк. You want me to make a shield out of this thing? Whatever you say, dude. Жалко. 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 Емкость херовая. Очень даже. Ладно, закину в банк. Пусть валяется. Так, и так. It is unfortunate the mutants could not be tamed. They would have been useful allies. 6 выстрелов. Слухайте. Перезарядка лучше, емкость. Считай, 6 будет. Скорострельность, конечно, в разы меньше. И меткость херовая. Но с другой стороны, это электрооружие. И оно на ближнюю дистанцию. Тем более с такой перезарядкой. Да. Оставляем. А щит... Да. Щит 1340. Да, я сюда же забросил шлаковое оружие. Пока оно мне без надобности. Пойдем продадим это все дело. И пойдем еще на... Хотя нет, пожалуй, на сегодня закончим. С допками. Следующие допки мы будем проходить в следующий раз. Так, продать, продать. Емкость щита на 101. Нафиг, некромантка. Баню, бросковая, херня, 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 херня. А сколько? Еще 6 иридия. Давайте закупим что-нибудь на 4 иридия. И закончим. Ну что, у нас с вами есть еще 3 квеста в Тундре Экспрессе. И мы сделаем это уже в следующей серии. А в после следующей, скорее всего, пойдем уже по основному квесту.
Так. Пистолеты мне без надобности. А, ну, блин. Тут только дробь, если брать. Пистолеты ПП я ими почти не пользуюсь. Я пользуюсь в основном автоматом, снайперкой, ракетницей, дробовиком. Так что давайте возьмем и закончим. Блин, вот ненавижу это все. Скоростные. И на этом, пожалуй, закончим. Всем спасибо за внимание, дорогие друзья. Всем пока, всем удачи и увидимся с вами в следующей серии.